Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Motorola Moto G62 5G. И сейчас мы разберемся, как вставить SIM-карту либо SD-карту в данный телефон. Что ж, для начала избавляемся от чехла. Чехол. После чего нам нужно найти слот для SIM-карты. Он у нас вот здесь, с левой стороны. Будем использовать сейчас ключик для открытия этого слота. Можете также использовать, не знаю, булавку какую или чего-то. Иголку. Вынимаем слот. После чего берем нашу SIM-карту и вставляем ее золотистым покрытием вниз. Вставляем ее золотым покрытием вниз обратно в яму для слота. И как видите, сейчас чуть погрузим, уже появилась связь. Например, если мы выключим и включим снова, увидим, что у нас подключен Play. Это такой польский оператор. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!